Муниципальный округ встретил почетных гостей, представителей Черденского городского округа, которые приехали к нам с рабочим визитом. Это событие придало новый импульс нашему стремлению к сотрудничеству и обмену опытом в области развития территорий. Спортивные пленули, и во многих школах мы сейчас начали деревянных полов начали уходить. Бетон заливаем, шлифуем бетон, и потом уже сверху спортивный линолеум стелим. Цель этого визита была ясна и амбициозна – обменяться практикой и опытом, особенно в сферах развития территорий, образования и спорта. Гости получили возможность ознакомиться с различными социальными и спортивными объектами, которые были созданы или отремонтированы в нашем округе благодаря разным программам. Это включало в себя гимназию, спортивные залы, а также начальные школы и крытые универсальные хоккейные площадки. Фасад у нас 22-й год, инициативное штудирование. Самообложение у нас благоустройство. Сколько у тебя жителей на территории? На территории? Наибольшая ценность этой встречи заключалась в конструктивном диалоге между двумя муниципальными округами. Здесь мы не только обменивались опытом, но и обсуждали будущее сотрудничества и перспективы развития наших территорий. Встреча прошла в атмосфере дружелюбия и продуктивности, и она привнесла в нашу работу множество новых идей и подходов к решению совместных проблем. Сегодня это территория, на которую равняются многие в Пермском крае, и поэтому сюда, конечно же, мы приехали не только посмотреть глазами, но и получить советы, перенять опыт коллег из Борды, потому что вроде бы решаем все одни и те же вопросы, а формы, методы, да, достижения цели у всех разные. Очень приятно, порадовались за то, как откликаются жители и поддерживают местную власть. Не могу не подчеркнуть, насколько важны такие встречи по обмену опытом. Они предоставляют отличную возможность учиться друг у друга, укреплять дружеские отношения и создавать мосты для будущего сотрудничества. Мы надеемся, что эта встреча станет лишь началом для нашего долгосрочного сотрудничества с черденцами и обмена опыта в будущем. Соединенные усилия двух округов помогут принести плоды в форме более процветающих и развивающихся территорий для всех наших граждан.